Скажите, пожалуйста, не хотели бы вы записать свежее интервью с Лией Ахеджаковой? Я очень хотел бы записать интервью с Лией Меджидовной, но я понимаю, мы с ней периодически разговариваем, я понимаю, что она живет в Москве, я не имею никакого права подвергать ее риску. Она женщина очень открытая, откровенная, она о чем думает, о том и говорит, забывая об опасности. А опасность подстерегает ее на каждом шагу. Я не имею просто никакого права рисковать ее благополучием, здоровьем и жизнью. Ну, да, тем более вот появилась информация, что 1 июня появилась информация, что во время спектакля «Игра в джинс современники» на нее распылили перцовый баллончик. Вот так вот. Ну, подонки. Я почему спросил? Все больше стало появляться информации, не подтвержденной нигде, что, мол, вот Лия Меджидовна хочет переехать в Украину. Причем я не нашел первоисточника, скорее всего, это какой-то вброс, потому что нет нигде ни официального ее комментария, заявления и так далее. Но в социальных сетях уже начались споры, а надо ли давать ей украинское гражданство, если она действительно приедет или не надо. Вот, ну, вот такая история. Я не вижу, о чем говорить, потому что это может быть очередной фейк какой-то. Она любит свой театр «Современник», в котором играет десятки лет. Она, это в конце концов, ее страна, ее воздух, у нее дача, там, у нее квартира, у нее больше ничего нет. Она, слушайте, в возрасте уже, ну, если она сама что-то заявит, это будет одно. Но так за нее что-то решать, это, по-моему, неправильно. Кстати, так и не решился вопрос, ну, по крайней мере, официально не объявлен с гражданством Невзорова. Александр Невзоров – гражданин Украины. Детали позвольте мне не разглашать. Я думаю, что это сделают официальные источники. Так, следующая информация. Паспорт его я видел. Он вам показывал паспорт? Я без деталей. Александр Невзоров – гражданин Украины. Паспорт его я видел. А где он сейчас? Не паспорт. Александр Невзоров? Виталий.